Попросторнее эта квартира стала. Многодетной семье Лядиных повезло больше всех. Они стали обладателями четырехкомнатной квартиры в новом 58-квартирном доме по улице Советской, 44, заселение которого состоялось 12 марта. Огромная просторная квартира с большой кухней, которая совмещается с обеденным залом, оснащена широкой прихожей. Таких квартир в новом доме всего две. Осталась довольна своей новой квартирой и семья Бурцевых. По случаю новоселья они купили новый веник, который по старой русской традиции обязательно нужно перебросить через порог, чтобы в новом жилье всегда был уют и достаток. Да, вот кухня, первая сказка. У меня маленькая кухня, а это прям сказка. Водичка! Водичка. Нравится обои, все, линолеум хороший, все хорошо. Все жильцы получили ключи от своих новеньких квартир. Впереди у них приятные хлопоты, связанные с переездом. Дом построили замечательный, я считаю. Хорошие, теплые, светлые квартиры. Спасибо компании-застройщику «Сахспецстрой». Я думаю, что жить в этом доме вам будет приятно, легко. Я надеюсь, все у вас устроится, понравится. Так, если что, звоните, пишите. Будем рады помочь вам. Исправить свои ошибки, если найдете. Пятидесятивосьмиквартирный дом общей площадью около 3000 квадратных метров был построен в рамках мероприятия по проведению первоочередных работ по сейсмоусилению и строительству жилых многоквартирных домов. Государственная программа Сахалинской области по обеспечению населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы. Виталий Войко, Невельские новости.